Сьогодні дізнаємось про вправи, які варто виконувати до, під час та після бігу. Всьому нам допомагає ультрамарафонець Сергій Ян. Доброго ранку вам. Отже, які вправи нам треба виконати перед бігом, щоб не нашкодити організму? Перед бігом обязательно нужно делать разминку, и это делается динамическая разминка. Угу. То есть Давайте покажемо глядачам нашим. Это нужно прокрутить все полностью ваши суставы, то есть вы, когда организм просыпается, особенно это касается ног, потому что в коленной чашечке, предположим, только после 20 минут нагрузки начинает выделяться жидкость, и это нужно понимать, что нельзя встать с кровати и сразу побежать, потому что можно получить травму. Поэтому обязательно должна быть хотя бы 15-минутная разминка. Мы начинаем разминку сверху вниз, то есть мы прокручиваем вначале шею, потом плечевые суставы, локти и так полностью все, все тело. Можем приступить. Делаем 4 раза в одну сторону круговые движения. Плавно, главное, не спеша, потому что организм только проснулся. И его нужно очень плавно, аккуратно подготовить к движению. Вот. Так. Потом мы делаем плечевые суставы. В одну сторону. Угу. 1, 2, 3, 4. И также в обратную. Так, а назад легко робити. Потом мы делаем вторую руку обязательно. 4. И 1, 2, 3, 4. Угу. Потом мы берем, расставляем руки и локтевые суставы. Также 4 стороны в одну сторону, 4 раза, 4 раза в другую сторону. Так, мы прикручиваем тазобедренные наши суставы. Это обязательно. Поясницу обязательно нужно размять, так как на нее приходится очень большая нагрузка в момент бега. Дальше мы переходим к коленям. Ложим руки на колени, разгибаем их и крутим в одну сторону 4 раза. 2, 3, 4 и в другую. 1, 2, 3, 4. Так как на колени приходится очень большая нагрузка, мы с ними занимаемся подольше. Можно еще расставить момент позаниматься так. На ширину плеч. Чтобы не прокинулось, да? Да, обязательно. Так, давай. 3, 4. Переходим на коленоступы. И вращаем в одну сторону 4 рази і в другую. Ну, найвідоміша вправа така для бігунів. Да. Всі її знають, що обов'язково перед бігом треба розім'яти. Ділаємо около 8 повторень, це мінімум. Лучше більше. Ну, я завжди смотрю по своїм відчуттям. Тобто, коли пропадає какой-либо дискомфорт, оно уже понятно, что ты размялся. Угу. Еще есть такие упражнения, очень интересные, они тоже растягивают и суставы, и сухожилия. Здесь вы ставите ноги вот так и наклоняетесь на земле. Потом вы переставляете ноги врозь и тоже наклоняетесь до земли. И вот такими шажками вы проходите около 5-10 метров.